его на YouTube, потому что мне было очень грустно, и у меня друзей там не было. Просто не знала, что делать с собой целый день. Я просто включила камеру и сказала: «Всем привет, меня зовут Эвелина, давайте будем дружить в интернете». Хельга спрашивает: «Какая твоя девичья фамилия?» «Моя девичья фамилия Карташова». «В какой школе ты училась в Молдове?» «Я училась в лицее Петру Рариш в Кишиневе». «Петру Рариш репрезент». Да, вот обычная школа. Ну, как у нас была, это бизнес-школа. У нас нужно было в каждый год где-то 3 или 4 уроков или классов в разный там бизнес, entrepreneur, или я не знаю, как это слово на русском. Но да, как бы я училась все свои годы в Молдове, потом только сюда приехала в университет.